previously during the investigation. Thomas, you've got nowhere to run now. Just surrender yourself. You won't have it your way. I won't let you take him. Die, you skanky swine. Carol, are you okay? You! York, are you saying Thomas was not responsible for the murders? Love G himself. Мне обязательно было смотреть за ним? Так, 23 глава, окей. Что-то я забыл посмотреть, как называется. Фак. Хорошо, что всегда есть запись. Рассвет, эпизод 5, глава 23. Какой жопин этот раз я оказался? So, Zack, I'm thinking of asking Emily out for dinner. Нормально. Ой, он решил подумать об этом. Fancy. Just somewhere where we can relax. You know what? Nick's diner might be a good idea. I think I owe him a nice big tip, too. Че, мы опять будем от него убегать? Окей. Ладно, где там наш ключ? Наш любимый гаечный ключ. Ну, смотрите, он убивает сейчас двух ударов. Посложнее, враги пошли потолще, потолще. А по-моему сюда можно было зайти, нет? Оп, ну ладно. Бейсбольную биту хочу, я ей еще никого не убивал. А, насрать, пока он сдохнет, я уже успею голову пройти. Наплевать, что там выползло. Выпало. Это стол Томаса? А это стол Эмили. Это что, стол Эмили? Нет, три рожика надо, да, сбросить? О, стальная труба, понятно. Так, ну давайте возьмем стальную трубу, она хоть убивает с одного удара. По-любому сейчас пойдут уроды. Давайте с дальнего начнем. Это ромашка, в этом заключен некий скрытый смысл. Понятно, для чего труба. Рога понаставил. Самое сложное в этой игре это увидеть врага. Вот это на самом деле сложно. Чуть помедленнее выходите, знаете, я не успеваю понять.
Хотят на меня напасть или нет? Так, они все убиваются с двух ударов теперь, так что неважно, какое оружие. Наверное, ножом вообще с четырех. Это можно скипнуть. Yes! Я думал, что нельзя. Ой, сейчас тварь выползет, да? О, здорово! Стреляй! Томас, судьба порою так жестока. Кекс Томас. Окей, здесь ничего нету. Только о том, чтобы бежать вперед. Окей. Мне в него стрелять, наверное, надо, да? Где магнум? What? Мне просто пробежать надо? А, да, добежать, окей. Я просто попытался прицелиться и, короче, какое-то говно на экране показалось. Нет, сначала нам погоняться. Каким-то образом ему удалось бежать. Давай выследим его, Зак. Окей. Стой именем закона! Я тебя заклинаю! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! А уходи! Решающий бой с ним уже близко. Здесь мне как бы советуют сохраниться, да? Там так мило обвязывали пальчик пластырем. Вы видели, да? Вау, даже анимацию не показали, как эти тентакли выползают. Я уже здесь был. Вы реюзаете старые локации? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, наверное, здесь сейф рум. Ну, логично. Fuck you, game. Я туда не пойду. Ну их в жопу пойду на красную херню. Полагаю, там ключ нужен какой-нибудь или еще что. Так, тут понадобится. О-хо-хо. Угадайте, кто сейчас будет! Угадайте! Угадайте! Естественно, мои любимые враги! Кто же еще появится в таком коридоре? В таком коридоре. Нет, не будет? Не будет? Серьёзно? Really? Появился скрип, я чуть от него не обосрался. Полагаю, на пути назад они появятся. Плюс белка с изогнутым хвостом. Все понятно. Тот самый ключ, который я искал в начале игры. Ну, это предсказуемо было.
Они по другим коридорам не научили ползать, да? Только по вот таким? Вау, неожиданно. Еще. А, точно, забывай. Каждый раз думаю, можешь выстрелить успею. Привет! Как ты клёво упал! Отстрелим им яйца, так мы сократим их численность. Как учил Баттерс. Ну блин, одни и те же враги в одних и тех же ситуациях, это немножко раздражает, знаете. Ну блин, ну хотя в других комнатах пусть появятся, ну чё они постоянно в этих коридорах? Так... Здесь, по крайней мере, он не перезаряжается пистолет. Я можно было забить, просто бежать сюда. Реакция! Скоты. Копчёный лосось, нет, спасибо. Вон, он сам сдох. Я даже ничего не делал, он сам сдох. Он врезался и сдох. Что у нас здесь? На. 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 Чего тут на этот раз он стоит перед дверью перед тем, как туда зайти? Что-то под конец начало. О, тут целый лабиринт. А, сюда нельзя? А нафига тогда мне сюда? А, понятно. А я не могу просто бегом уклониться? То есть раньше я... он за мной гонялся, теперь я за ним, да? Мол, Джордж, стой, знаете, они вокруг стола бегают на самом деле. Как в этом, как в The Evil Within в DLC. Вокруг стола на карачках такой. Джордж! А я такой с пистолетом. Мол, Джордж, выходи, это не игры. Пора нам покончить с легендом с легендой об убийце в дождевике Зак. Сэндвич Эмили. Я не думаю, что стоит его подбирать, потому что там, скорее всего, жизнь отбавится. Короче, ран. Неважно. Скоты мне ничего не сделают, я уверен. Вот кроме этого козла. Мог.
О май гад, серьезно? Вау. Фига себе, сколько я пулю в голову. Булзай, 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 булзай. Фак. Amazing, булзай, nice shot. Amazing, булзай, nice shot. Nice shot, nice shot, great. Nice shot, great. Булзай, nice shot. Лол, это так смешно. Nice shot, amazing, great. Лол, что? Кто еще? С какой стороны? Свидание. А? Ты что, не знаешь, как открываются ворота? Он такой, а? Ворота открываются? Я так полагаю, мы сейчас по полицейскому участку бежим, я его загнал в этот, к камерам. Потому что это похоже на камеры. Успел. Соснул, да? Фак, я подумал, что здесь сейва будет. Ну ок. Погнали без сейвы. И чё? Без сейва? Я пропустил сейву? Серьёзно? Или вы призываете сейву таким образом? О, сохранялка, приди! Ну я честно не заметил. Я всё обыскивал. Ладно, погнали! Знаете, если бы игра сама себя не проспойлерила, я бы, наверное, еще подумал то, что это не финальный босс. Ну, точнее, нет, наоборот, подождите. Если бы игра сама себя не проспойлерила, я бы подумал, что это финальный босс. Но, а куда еще девать пару глав? Что-нибудь будут говорить, мол, ну, вон там, так получилось, все дела. Какая вишенка? Вы вообще не в теме, не в курсе. Этот костюм мне прибавляет хп. Я не буду его снимать. И он секси. Welcome to Greenvale. Agent Francis York. Ah, I finally got to see the real Greenvale. I knew you country folk were shy. It took you long enough to show me who you really are. York. This is a wonderful and powerful town. Especially when it is raining. I always get depressed when it rains. Especially in this town. This town has two great treasures. Do you know what they are, York? Those seeds are one of them. But I don't think they deserve to be called a treasure. An ordinary man could never appreciate their true value. But you'll agree with my selection on the second treasure, anyway. I don't disagree with treasure number two. Emily sparkles like a precious gem. This town changed since she came here. The goddess from the city gave us the fruit. Она из города, все понятно. Поэтому она их видит. Это, видимо, какая-то. И она вышла в дождь. Когда дождь идет, то газ появляется. Ладно, сейчас, видимо, битва с боссом будет. Я скажу, что я думаю.
A fool for being satisfied by the petty girls from this countryside town. George, I agree you were a fool, and you are a fool, even now. Shut it, York! You're the fool here. Becky, Diane, and Carol. They all died right in front of you. You couldn't save even one of them. Not even one. You're the worthless fool here, and that's what proves it. But me, unlike you, I am strong. I have power. My mother taught me the strong, who can overpower others, is always correct and right. My mother stepped on my face with her stiletto heels because she had power. And when her heel pierced my cheek, I learned to respect her. Since then, I obtained power of my own and found my own disciples. I became divine. Приспешников? All I need now is that goddess of fate. And grab her with my hands. I want Emily in her stiletto heels. You're out of your mind. The goddess won't smile for you anymore, George. York, have you ever shot down a deer? Oh, it's so different from shooting a man. Deer hunting is great. They can be erotic creatures. Those black eyes. Он еще и зоофил? Slender legs. Hunting is a sign of power, especially deer hunting. Did you know, York? From time to time, there's a family of deer that comes down to the graveyard. I shot them full of bullets, and they still remain standing. First, I thought they were zombies. I snuck up on one, cut its stomach out. I found the truth. The red seeds. Those seeds made those deer invincible. George, no Olympics for you. You'll fail the doping test. Food for wild animals, though. Shut your crap, York. I have these seeds because I'm chosen. They come to me, and that proves my divinity. У мужика травма детства, и его била и избивала мать. The red tree. You've got that all wrong, George. That's the mark of child abuse. That's no use, York. Carol's death gave me eternal strength. Я понял, Магну вытащу сейчас. It's surging through my body. I can no longer be killed. York, aren't you honored? You'll be the first to congratulate me for my new powers. Дайте угадаю, надо будет стрелять именно в спину. Классная промежность, чувак. Короче говоря, что я хотел сказать. Йорк из города, Эмили тоже из города, поэтому у них нету какого-то... какого-то иммунитета, да, надо стрелять в спину. Какого-то иммунитета, да, к... Какого-то иммунитета нету. Может быть, это новое следующее поколение получило какой-то определенный иммунитет к... газу к дождю, да?
Лол. So clever. Maybe more. Это было быстро? Или здесь несколько фаз будет? Вескер, я тебя уже видел. Going to crush you. Это you было think you're so clever. Быстро. Магнум рулит. Getting Anna and Becky involved was all too easy. Carol and Thomas built a secret club for me. All we had to do was tell them about it, and they were giddy to join us immediately. That's where I used the seeds on Anna and Becky. Amazing results, let me tell you. They went berserk, like cats in heat. Anna, especially, enjoyed the seeds. So I made my decision. She would be the first sacrifice for my immortality. Или вторая версия есть, сейчас скажу. George, your poetic prose is a bit confusing. Плохая версия. Не подходит под... Let me reword this so it makes sense. You chose Anna as your first victim, so you can be a first degree murderer. And you framed Thomas so it looked like he did it. You saw him, didn't you? All made up. A poor fellow. He knew that he was only being treated as a substitute for Emily. He knew that. And Carol knew too. But they played along with your sick games. Oh my, you're making me cry. He's the one who told me about the Raincoat Killer. About how to become divine, too. He didn't believe any of it. But when he told me, it all made sense. Why was I born in such a run-down dump? Why did my mother beat me every day? Why didn't Emily want me? All these things were just preparing me for something more. Ultimate power! Ah! Еще одна фаза? What the fuck, Бланка, привет! А что ты здесь делаешь? Imagination like that, you belong in the zoo. The Hollywood Zoo. I'm taking it serious, York. Ну да. Лол. У меня патроны до хера магнуме. Так, стоять. Окей, значит, три формы будет, да? Полагаю, ну как обычно. Так, ну чё, чувак, как мне к тебе за спину-то зайти? Проток. Let's settle this, York. Ай. What? You scum. Why? Mama, I didn't do anything bad. Why? Why are you doing this to me?
It wasn't me! I didn't do anything! I know I did apologize to Pramana, didn't I? I know I didn't put the other, but still... I didn't do anything wrong! You know who it was! He's the one who put me into all this! Okay. То есть еще кто-то за этим скрывается. York, we know you have it. Right to hold on to it. You mean this? Why are you so concerned about this locket? I told you I'm the chosen one. Only the chosen one can own that locket. That's what he told me. Ha ha! I am special! I am! You puny punk! Мне нужно стрелять? I am the chosen one! I am the chosen one! А, у него хп-то нету? You puny punk! You puny punk! В топор надо было выстрелить. Или это молот был? Это был топор! Почему молот-то? You're going to lose. Ну, он только в этом городе совершал преступление, а кто-то за этим стоит всем. Раз в других городах тоже точно такие же преступления совершались. Молния ударила, он сдох. А чё, серьезно, так и получилось? Молния ударила. Вот это зашибись! Слушайте, просто здесь способы умерщвить врагов просто потрясные. А, они на крыше все это время были. Смотрите, какая тень от него. Интересная. Окей. Все очень сложно. Я только не понял, от чего упал Йорк. Ну ладно. Сейчас игра вылетит по-любому. Должна. Нет. Карта. Прямо тут. Валентина Морган. Обосраться. Мне так бежать, да? С такой скоростью? You'll also be able to return back soon. Все, что камеру повернули. Very soon you'll be able to go back to where you came from. Ха
Полагаю, они все мне будут говорить одно и то же, да? Понятно. Ты тоже надо мной поржёшь? Странный трансвестит. You also need to have more fun. I'll play with you a little if you like. Я пошёл. Сраный педофил. Expect no praise. You did nothing but your duty. Что-то липсинг совсем сбился. Francis, well done. I'm sure your father wants to congratulate you. У неё нижняя часть лица похожа на Эмили. На нижнюю часть лица Эмили. Закрыт. Мне нужно со всеми поговорить. For real? А с кем я не поговорил? Да я думал, что с ними не надо говорить. Со всеми. Они все равно все ржали надо мной, чё? Еще более медленную скорость можно замутить. Было для пацаненка. Мам, смотри, я без ног. Сейчас игра вылетает. Нет? Окей. I'm sorry, but I can't allow you to go with your parents yet. There is still something you need to do. Open that envelope. Белый экран. Что там было в конверте? Я же хочу знать. Agent York, finally you're awake. How long have I been out? A whole day, plus 10 hours or so. I wanted to challenge you to a game, but you were asleep. Emily, which room is Emily in? Emily? What, she hurt too? She hasn't come into the hospital. What? I told Kaysen to bring her here. Kaysen? Well, Kaysen came. I mean, he's the one who brought you here. Which reminds me. He asked me to give you this. Та-та-та! What is it? Реально ведь побрили! Вот же отстой! He just asked me to hand it to you after you woke up. Anyway, you solved the case, right? Hey, do you want to play some chess? Sorry. I'll have to take a rain check. I have an urgent issue I need to attend to, and I need to leave the hospital.
bad feeling about this. Ну, да. Ну, по крайней мере, я себе когда-то давным-давно заспойлерил не весь основной сюжет. Это вся глава? Окей. Нет, мне просто дали сохраниться. Карта. Еще я поехал на том говне. Не-не-не, я на своей точили. Что зря. О, так она еще и будет. Ее нельзя сломать. Так что знаете, как сейчас подавлю людей просто. Zack, I'm getting a really bad feeling about all this. I truly believe George was the murderer that we were after, but killing him, of course, does not solve all the murders related to the Red Seeds. Mm-hmm. I do not know if what Harry said is true at all. But the answer to the mystery of those red seeds is here in this town. I'm sure of that. FBI agent. I left Emily alone as I slept through an entire day. Zack, I need you to pray with me. Pray that things have not gone too far. All we can do is go to the location written in Kaysen's letter. Люди появляются прямо передо мной. Люди, ну, формально. Когда-то же они были людьми, наверное, в душе. Я про iPhone пошутил. Это шутка была. Я не юзаю iPhone, у меня потрясающий телефон. За 1000 рублей. Один. Это она сама. Она сама, это не я. Она сама такая, мол, не туда едешь, бро. Давай. Не туда ехал. Куда? Нет, если бы Эмили из Дэд, то тогда зачем им присылать вот это дело? Это конверт и так далее. Это же маньяки, их хер просышь. Слушайте, эта тачка просто зверь. Она, по-моему, сама готова убивать. Ты мой телефон не позорь, он 1000 стоит, не 500. Фак, простите, люди. О-оу, похоже, я застрял. О-оу. О-оу. Я долго буду выбираться, потому что машина не хочет ехать прямо. Are you fucking for real? Свери? Все, вообще никуда. Вообще ноль. Кейсон ушел от меня, по-моему. Блять, ну как так можно было делать вообще? Я вообще не понимаю. What the fuck? Просто... У нас есть тачка в игре, давайте не будем делать вождение для нее нормальным. Давайте, нормально, чё? Я еду прямо, главное нажимаю прямо, но... Заворачивает. Я все равно еще раз попытаюсь счастье на этой точиле.
Ладно, смотрите, игра сохраняет положение камеры, если ты не выходишь из игры. Если выходишь, то она его сбрасывает. Zack, I'm getting a really bad feeling about all this. I truly believe George was the murderer that we were after, but killing him, of course, does not solve all the murders related to the Red Seeds. I do not know if what Harry said is true. Что за значок Turbo? Значок, который не нужен обычному человеку. Если ты смотришь Twitch по 8 часов в день, тогда может быть на платных еще каналах до кучи, которые запускают рекламу. Есть те, кто запускает рекламу во время игры, так что да. Things have not gone too far. Ну да, она просто надоедает, ну хотя. All we can do is go to the location written in Kaysen's letter. Turbo на Твиче это то же самое, ну, почти то же самое, что и Adblock, только платно. Но если ты юзаешь Turbo, да, если ты юзаешь Adblock, точнее, то стримеру деньги с рекламы не идут. Если что, я не зарабатываю на Твиче. Поэтому. Мне вообще насрать. Но если ты, у тебя есть Turbo, да, ты рекламу, во-первых, не видишь. А во-вторых, нет, ты как бы ее видишь, но она невидимая у тебя. Но стримеру деньги идут как бы за то, что ты ее смотришь, пусть она и невидимая. То есть часть твоих денег от Turbo отдается стримеру. Такие дела. Нет, я не буду останавливаться снова. Я на Smilk Barn, попытаем счастье еще разок. Ну, как вариант. В доме у Джорджа, что ли, находится? Судя по всему. Интересно, а мамка у него правда была или нет? То есть это она просила, нет? А, цветок. Или там для кого-то еще надо было? George's house. Ох, сори. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Хера там? Псих нахер. Не думаю, что его мамка хоть когда-то существовала. Я не думаю, что он ее за... This is most strange, Zack. I thought this story was all over. But it looks like there's something else before we get to see the ending. За то, что она сделала с ним в детстве, хотел одарить цветком. Okay, save point. Борода вернулась, я только сейчас заметил. What the hell? А почему там бороды не было? Там был ролик, что ли? Насрать на эту аптечку, только время на нее тратить. Окей, здесь тоже ничего. А вот медальку. Чучело оленя. Найс. Просто капец карточки. Почему нам нужно посмотреть снизу, если он просто отрывает этот, я не знаю, брезент, что это? Лол, что? Отличная маскировка по тайной двери. Давайте завешаем ее брезентом. О, что за херня на потолке? Святой Макдак, это что такое? О,
очень детализированные фотографии. Зак, it looks like George really had a thing for Emily. Он ее сюда хотел привезти, что ли? Одежда, сваленная на кровати королевской ложи, не выглядит очень удобным. Стена увешана фотографиями Эмили, не думаю, что ей стоит это видеть. Не думаю, что она увидит вообще. Это маманя, наверное, да? Стоять. А тут... А лучше в эту сторону. What? Жирная жопа. Там что-то в глазах. Meeting the mother is always a bad experience after killing the son. А так непонятно было, да? Mark. It's a tree. До него только сейчас дошло? Приходите в театр, там пойдет последний занавес. Че он такой тугодум? Почему играет за такого тугодума? Ему ведь реально сказал Джордж об этом. Это дерево, все дела. До него только сейчас доходит. Он, по-моему, пьет слишком много кофе. А при чем тут он... А почему он начал... А почему он начал говорить FK, FK? Где он это слышал? Что-то я забыл. FK, KF. Ну как бы у него в голове должно быть то, что если это бла-бла-бла, бла-бла-бла, если не он... А если ему отдал письмо Форест Кейсен, то кого же еще... В чем он-то говорит? Так это же был Форест Кейсен. Тебе дали ключ от дома. Вначале сам... Поле выдал... это там, когда он сказал FK. Ну, блин, ему дал конверт Форест Кейсен. И он тут такой... У него такое впечатление, точнее нет, такая мысль в голове пролетает у него. О, не может быть, кто же это мог быть? Это же Форест Кейсен. Тебе дали ключ от дома, где такая херня творится. От дома Джорджа. Форест Кейсен. Абсолютно не без подозрений.